В Москве задержан криминальный авторитет из Грузии Миро Амадян, более известный как Мирон. По данным московского уголовного розыска, Амадян проживал на территории столичного региона незаконно. Несколько лет он контролировал деятельность этнических преступных группировок, которые специализируются на угоне автомобилей и квартирных кражах. При обыске у Амадяна были обнаружены документы на чужое имя. Сейчас решается вопрос о его депортации на родину.